Друзья, всем привет! Мы находимся на крыше, значит, у нас ремонт кровли. В чем он заключается? Сейчас я все покажу. Проблемное место во всех кровлях – это дымоходы. Вот идет дымоход, и возле него протекает и течет в хату, короче, с потолка капает. В общем, такое мероприятие нехорошее. А течет оно, вон, прорвался рубероид, и туда протекает вода. Вот, в принципе, и вся проблема. Так, наша задача сейчас его содрать. Этот старый содрать, а новый сюда наклеить. Как это делать? Сейчас я все покажу. Так что смотрите, подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте классы. Жмите колокольчик, обновления все. А мы начинаем. Так, содрали старый рубероид, то там оставалась только смола. Все, сейчас будем прогревать, высушивать и будем клеить. Все содрали, теперь надо все высушить хорошенько. Взяли горелку, огня не видно. И сейчас будем все сушить. Нужно, чтобы было все сухенькое, чтобы приклеился рубероид. Так, набрал он ведро воды на всякий случай. В общем, все, сушим. Сушим и будем клеить. Один такой небольшой нюанс. Так, на этом рубероиде есть пленка. Так, и она, ее нужно обжигать до такого примерно состояния. Нагреваете, чтобы она обжигалась. Все, значит, это значит, что можно уже клеить. И вот греем ее и клеим сразу. Вот, оно тут указано, что сторона наплавления. В общем, ее нужно прогревать. Все, на лицевой стороне краешек тоже такой же сделанный. Специально, чтобы для соединения. Ложится один лист, рядышком второй укладывается, на него тоже прогревается, и оно к нему приклеивается. Ну, как бы так.
прокинул еще сверху одну и сделал ее так, чтобы был стек, уклончик просто сделал. Та вода, водозадержание будет то все, то, что под низом. Но это так, на всякий случай, потому что оно все равно там получается ложбинка. То, чтобы ее не было, так сделал, как стек. И все, оно теперь будет и туда стекать. Все, бока запаял, там запаял. Ну, кому была полезна эта информация, ставьте класс, подписывайтесь, кто не подписан. Все, на этом видео о ремонте этой кровли будет считать окончено. Небольшой такой ремонт, но очень полезный. Очень он такой часто случается. То кому нужно, вот, пожалуйста, берите на заметку. Обычный кровельный рубероид, для, чтобы укладывать его при термонагреве. Все, цена ему 500 гривен. Ну и газ, соответственно. Газа, ну, литров 5. Много уходит, постоянно горелка гудит, слоев здесь получилось три слоя наложил, чтобы уже наверняка. Все, тогда все, пока.